Понимать, учусь. Столпа четырехгранный брус, и сил лишаюсь, к телу рвусь, тебя готовя к погребению. Людей перед праздником уборка. Вдалеке от этой толчии обмываю мира из ведерка. Я ступни речистые твои шарю и не нахожу сандалий. Ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос. Ноги я твои в подол уперла, их слезами облила. Иисус ниткой бус их обмотал с горла. Волосы зарыла, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, будто ты его остановил. Я сейчас предсказывать готова вещим ясновидением сивил. Завтра упадет завеса в храме. Мы в кружок собьемся в стороне, и земля качнется под ногами. Может быть, из жалости ко мне перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд, словно в бурю смерч над головою будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятия, обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятий ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько ши, столько муки и такая мощь, если столько душ и жизни в мире, столько поселений, рек и рощ. Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту. Простите меня, я так волновалась. О, Боже мой, о, Боже мой, я люблю эти стихи. Вы их замечательно читаете. И мы получили громадное удовольствие от того, как вы это прочли, Инна Михайловна. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Для меня очень знаменательно. Да, я сейчас, я знаю, что ваши подружки пришли. Секундочку, я хочу, и до того, как они выйдут на экран, ну, да, хватит, я... Хватит, хватит,
Я знаю, что да, я этих подружек обязательно хочу показать. Для меня знаменателен тот факт, что две основные исполнительницы роли королевы Елизаветы II, Хелен Миррен в Великобритании и Инна Чурикова в России, иди ко мне. Сейчас возвысили свой голос в защиту незащищенных бедных артистов, которые переживают страшное время. Хелен Миррен обратилась к правительству с убедительной просьбой помочь театрам, помочь культуре. И надо сказать, что правительство откликнулось на это. Сейчас 1,5 миллиарда фунтов стерлингов было выделено театрам, чтобы выдержать театры на плаву, чтобы они не распались, чтобы, потому что без театра нет Великобритании. Театр – это, по сути дела, национальная религия Англии, вот так можно сказать. А в России королева сцены Инна Чурикова также сейчас помогает фонду «Артист». Я еще раз хочу напомнить нашим слушателям и нашим зрителям, пожалуйста, пожалуйста, если вы хотите и можете помочь фонду «Артист», на экране есть код QR. С помощью этого кода вы можете отправить, любое пожертвование будет принято с благодарностью. А зрители в России также могут отправить СМС. На экране будет номер, по которому вы можете отправить ваше пожертвование в фонд «Артист». Инна Михайловна, к сожалению, к величайшему сожалению, наша с вами беседа, заочная беседа, подошла к концу. Давайте посмотрим на ваших подружек. Кто там к вам пришел? А где моя третья подружка? Где третья подружка? А вот эта подружка умеет танцевать. Иди сюда, иди сюда, да, ну, иди ко мне сюда. Но это ведь, ну, они ведь, ну, не танцуй, просто подружки, танцуй, это актрисы. Танцуй. Ну, танцуй, моя девочка, танцуй, танцуй, танцуй. Они играют с вами в спектакле «Аудиенция». Да, они играют, они артистки. Замечательные, замечательные актрисы. Спасибо большое, Инна Михайловна. Я желаю вам выдержать эту несчастную болезнь и идти по жизни с хорошим чувством добра, любви, сочувствия к людям. Вот спасибо. Самые добрые чувства, вот чтобы и вам, они сохранились. И Глебу Анатольевичу долгих лет. И вам, и Глебу Анатольевичу долгих лет. Спасибо, Юра. И единственное, чем бы я хотел сейчас закончить нашу с вами встречу, заочную встречу, такой загадочной фразой. Я просто скажу: Юра, сыграем цыганочку. Кто знает, тот поймет. Всего доброго. С вами был Юрий Голегорский. Всех благ. Спасибо, Юра. Юра, сыграем цыганочку. Музыка. Станцуй. Что с вами? Так. А все-таки? Со мной сроду еще никто так не танцевал. Вы первые. А танцевать вы со мной еще будете? Танцевать? Когда-нибудь. Обязательно. Я вам, наверное, понравилась? Наверное. Правда? А вы меня не боитесь? Вас? Меня. Не боюсь. Почему? Не скажу. Да я знаю почему. Навряд ли. Потому что я не эффектная. Что вы, напротив, вы привлекательная. Правда? Даже очень привлекательная. Правильно. Мне это многие говорят. Вы знаете, психолог. Вы даже мне немножко нравитесь.